Это где-то здесь должно быть. Да, но здесь был крест, а креста нет. Смотри, вот это липа. Но лип тут много, Люка. Пойдем. Вусь, пойдем туда. Вусь. Вы что здесь ищете, девочки? Да у нас здесь бабушка была похоронена. Давно, еще до войны. О, спохватились. Да здесь с 50-го года военных хоронят. У вас перерегистрация была? Да нет. Не было. Вот и посчитали, что родных нет. Так что ваших претензий, девочки, никто не примет. Ой, вот так и живем. Живых-то забываем, не то что мертвых. Вам что, трудно было на кладбище сходить? Нет. Да мы не в Москве живем. А где? Каргандинская область. О, так вам в Москве могила и не нужна. Нам надо денег подкопить и весной приехать. Ну разве можно зимой что-то найти? Да, Вусь, можно, конечно, весной приехать. Но это то место, я помню. Мне дедушка все очень хорошо объяснил, я ничего не забыла. Видишь, как здесь все изменилось. Но я все очень хорошо помню. Что нам еще осталось? Только помнить. Мы будем все помнить. Федоренко слушает. Угу. Нет. Нет. Буду. Буду возражать. Ладно, разберемся. Нет.
Понял, понял. Ладно, зайду, бывай. Итак, уважаемая Ксения Николаевна, извините, нас перебили. А как вас, кстати, дома зовут? Ксения, Ксюша? Киса. У нас дома у всех какие-то нелепые прозвища. Угу. Мама папу называла Феденька, а он Николай. Мою старшую дочку зовут Люка, она Елизавета. А младшую Вуся, она Варвара. Угу. Ну, простите, это все пустяки. Вы, я вижу, куда-то собрались? Чемодан, теплые вещи не по сезону, валенки. Ну как же? Вы же сами дали мне 3 дня на размышление. Я сразу сказала, что осведомителем я быть не могу. За 3 дня ничего не изменилось, да измениться не могло. Лучше лагерь. Лучший этап – тюрьма. Только не это. Лучше умереть. Это ваш окончательный ответ. Да. Кстати, как у вас с работой? Работа у меня есть. Я играю в кинотеатре перед сеансом. Иногда на радио, иногда в крематории. Ни от какой работы не отказываюсь. А вы не хотели бы работать в хорошем оркестре или в филармонии? Ну, конечно. Меня прослушивали там, а взяли другого. Мы могли бы вам помочь, если бы вы согласились нам помогать. И тогда бы на прослушивание взяли вас, а не вашего конкурента. Кстати, вы уверены, что они взяли лучшего? Уверена. Это был молодой человек, который живет только музыкой. А я? За последние годы я стала играть хуже. И потом у меня дети. Приходится стирать, готовить. Иногда времени не остается, чтобы играть серьезно. Иногда и сил не остается. Как фамилия вашего конкурента? Рубин, кажется. Понятно. Еврей. Они всегда берут своих. Но в данном случае его взяли только потому, что он был действительно лучше. И ведь каждому дирижеру хочется, чтобы в оркестре были только хорошие музыканты. И тут не может быть компромиссов. Компромиссы всегда могут быть. Да и что решает одна скрипка в оркестре? Многое. Потом, это дело принципа. Вы в этом уверены? Да. Значит, вы не хотите, чтобы вам помогали. Нет. Ну, а дети? Вы подумали о них? Подумала. Советовались с кем-нибудь? Советовалась. С покойным мужем и матерью. Но мать у вас тоже... Тоже покойница. Но ведь живыми об этом говорить нельзя. А с мертвыми можно? Можно. Я с ними всегда обо всем советуюсь. Ну, мысленно, конечно. Я уж думал, вы тарелку крутили. Нет. Я этим не занимаюсь. Я просто думаю. Думаю о моих дорогих умерших и мысленно советуюсь с ними. Что же это они вам посоветовали? Взять тужурку и валенки? Да. Если вы меня арестуете, мне же некому будет передачу собирать перед этапом. Мужу я собирала, а мне некому. Дети еще слишком малы, а отец... Отец в практических вопросах человек совершенно беспомощный. Ну, как же они без вас?
Плохо. Но ведь если бы я согласилась на ваше предложение, они бы сами от меня отреклись. А это самое страшное. Вы что же, думаете, для нас жестокость самоцель, что ли? Это вынужденная мера, чтобы сохранить завоевание революции. Наша цель светлая, всеобщее счастье. Это вынужденная временная мера. Мы боремся против классового врага, против богатых, чтобы не было бедных. Мы тоже всегда бедным помогали. Да, с высоты своего богатства. Но как только у вас его отняли, вы пошли воевать за него. Видите ли, я как-то спросила у своей покойной матери, как она отнеслась к потере своего состояния. Она мне ответила, что это не так уж страшно, если, конечно, твои близкие живы и здоровы. Это бедные люди считают, что в деньгах счастье. Но мы-то давно поняли, что это не так. Главное, чтобы вы этими средствами умело распорядились. А то ведь награбленное впрок не идет. Мы ничего ни у кого не грабили. Народ взял то, что принадлежит ему по праву. Это вы и такие, как вы, грабили его веками. Я никого не грабила. Когда началась революция, я училась в гимназии. Мои родители работали от зари до зари, не покладая рук. Держите. Тут есть одна улочка. Давайте. Я что, должен это подписать? Желательно. Я не подпишу. Воля ваша. Я могу идти? Да, можете. Вы же видите, я занят. Прошу прощения. Давайте ваш пропуск. Повестку. Это пропуск на выход. Вы свободны. Как? Так. Идите домой, к отцу, к детям. Забудьте о нашем разговоре. Считайте, я ничего не предлагал. Ну где же пропуск? Идите. Вспоминайте иногда Георгия Васильевича. Это я, Георгий Васильевич. А вещи забыли? Спасибо. Большое спасибо.
Возьми, милая. Пригодится. Спаси тебя, Христос. А вот еще валенки. Держи. Нам все сгодится. Век за тебя буду Богу молиться. Как? Вы еще спите? Ах, лентяйки, ну, лентяйки, как же вы можете? А если бы я вообще не пришла? А ну, быстро вставать, быстро! Мы вставали, тебя не было, мы снова легли. А почему ты говоришь, если бы я совсем не пришла? Ну, это я так, для примера. Ведь который час? А вы все еще лежите, негодницы. А ну, быстро вставать, стелиться, мыться, одеваться. Сейчас будем завтракать. Ну? Доброе утро. Здравствуйте, Николай Михайлович. Это ты, киса? Да, папа. Доброе утро. Доброе утро. Где ты была, душа моя? Я в церкви. Да? Сегодня день рождения мамы, ты помнишь? Умница. Да, папочка, и день как на заказ. А ты взгляни на наши астры под окном, а? Взгляну. Подумать только, все еще цветут. Красиво, да? Да. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Здравствуй. Так, Люка, а ну-ка отложи сейчас же книжку. Поешь сначала, потом читай. Сахар клава? Приятного аппетита. Спасибо. Спасибо. Люка, я же тебе сказала, оставь книжку. А можешь мне, пожалуйста, еще? Пожалуйста. Люконька, позавтракай сначала, а потом читай сколько хочешь. И читать не буду. Иди сюда. Ну хорошо, не читай. Ну, полно, не сердись. Ой, цветы, цветы! Цветы рвут!
Саш, ты чего цветы рвешь? Паразит, что ж ты его колочишь-то? Ну, что ж ты его колочишь? А что он, цветы? Что рвет цветы? Ну-ка, иди на велосипеде катайся. Дети, как вам не стыдно? Зачем вы уничтожаете цветы? Они уже и не ваши. Значит, они ваши. Тем более вы должны о них заботиться. Там цветы и многолетние. Если за ними хорошо ухаживать, они могут расти и расти. Люка, Вуся, домой, домой. Идите, вам заниматься пора. Ишь, бары! Чужеспинники нашли дураков на них работать, домовладельцы проклятые! Да пусть все засохнет, чертовой матери! Вот видишь, твой отец на что-то еще годится. Часы идут отлично и не отстают. Как ты спал? Я-то спал. А вот ты наверняка не спала. Но мне ничего не сказала. Но даже если бы и сказала, мы не спали бы вместе. От этого мне было бы еще хуже. Ну, не думай об этом, папа. Слава богу, все кончилось хорошо. Нет, ты не права. Такое нельзя скрывать от близких. Ну, не надо, пап. Все обошлось. Этот человек сказал, идите и вспоминайте иногда Георгия Васильевича. Кто такой Георгий Васильевич? Ну, следователь. Ну, папочка, ну посмотри, какая погода хорошая. Послушай, как твои внучки играют, а? Пап! Да, я так люблю, когда они играют. Будто свежей водой умылся. Музыка все-таки чистое дело. Все так ясно. Это дает свободу и настоящую независимость. Пап. У тебя что-то пульс частит. Может, тебе полежать? Нет, нет, я хочу пойти на кладбище. Но, может быть, сегодня лучше полежать, а завтра вместе пойдем. В кино выходной. Я свободна. Нет, до завтра еще дожить нужно. А я уж сегодня пойду. Хорошо. Тогда возьми с собой Люку. А Вуся пойдет со мной. Мам, дай мне свою скрипку. Я хочу, чтобы думали, что я скрипачка, а ты моя мама. Но ведь это не так. Ну что, а я хочу нести твою скрипку. Ну хорошо. Только неси осторожно, потому что скрипка – это наш хлеб. И масло. И масло. Спорт. Мам, нам туда? Нам туда, давай помогу.
А я уже волновался, что вы опоздаете. Здравствуйте, барышня. А что же вы сестру не взяли? Она с дедушкой на кладбище. А, ну, пойдем, пойдем. Запомни, свернешь с главной аллеи, у ангела направо. Пройдешь шагов 20. Большая береза, видишь? Да. Вот тут бабушкина могила. Ой, дедушка, смотри, здесь астры растут. Да-да. Надо бы их полить. Панихиду не желаете отслужить? Да, батюшка. Пожалуйста. Имя усопшей. Ирина. Thank you.
У меня начинается перерыв. Пойдем погуляем по парку. Буся, лови. А я и не заметил, как это вы скрылись, а? Бросили меня. Нехорошо, барышня. Сердце, как хорошо на свете жить. Сердце, как хорошо, что ты такое. Спасибо, сердце, что ты умеешь так любить. Прошу. Дядя Шурик, а у вас, оказывается, певческий талант. Ну, а я и не знала. Вы многого про меня не знаете. Ой, спасибо. И что самое ужасное, не хотите знать. Главное про вас я знаю. Бусинка. Зачем мне знать больше? Знаете, нам надо посетить комнату смеха. Вы не были там? Нет. Нам было не до смеха. Ну что вы, для смеха всегда надо находить время. Вы потому такие сердитые, что мало смеетесь. Идем? Идем. Идем. По блажению успения вечный покой. Подашь, Господи, усопшей рабе Твоей Ирине и сотвори вечную память, вечную память, вечную память. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Подойди. Во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Здрасте. Здрасте. Народу много? Да почти никого. Раздеваться будете? Да нет, я ненадолго. Прошу. Пожалуйста, сюда. Я спрашиваю, ножик длинный где? Чем кормите? Солянка. А еще? Раки есть. Чудно, а пиво? Жигулевское бочковое. Прекрасно. Мне и то, и другое. Хорошо. Ты не проводишь сегодня, да? Сегодня, да.
Вчера варили? Нет, утром сегодняшний. Ты из татар? Да, татарин. Ну, а я с Дона. Как тебя зовут? Коля. Ты вот что, Коля, ты этих раков унеси. Попроси там сварить свежих. Принесешь свежих 20 штук и еще кружку пива. Идет? Идет, идет. Идет. Есть чебуреки хорошие, только для вас. Чебуреки? А раки варятся? Варятся, конечно, варятся. Укроп не забыли? Нет, все как надо. Нет, спасибо, чебуреков не хочу, раков дождусь. У вас курят? Курите, пожалуйста. Что, у тебя с рукой кровь? Да это консервным ножом порезал. Плохо. Нехорошо, когда руки в крови. Пойди вымой. Ты бабушку-то помнишь? Да, я тогда уже большая была. Мама ей банки ставила. А ей куличи печь помогала. Да? Куличи у нее получались привкуснейшие. А я и не знал, что ты ей помогала. Ах, как многого мы не знаем. Как у меня душа болит за вас, за всех. Ой, кажется, дождик собирается. Вы что творится? Нет, я никуда не пойду и вам не советую. Такую дочь надо переждать. Давайте-ка скрипку. Если вам в усю не жаль и на себя наплевать, пожалейте хотя бы инструмент. Прекрасный инструмент. Ну, ну пойдем. Что, пойдем и мы? Чего мукнуть? Переждем здесь.
Heute fühle ich mich so wunderbar, weil ich heute ein bisschen glücklich war. Heute fühle ich mich so federleicht, so ausgeruht. Ach, Sie ahnen nicht, wie gut mir sowas tut. Heute fühle ich eine Zauberkraft. Heute geht es mir so fabelhaft. Heute bin ich selbst meinen Feinden gut, von Herzen gut. Ach, Sie ahnen nicht, wie gut mir sowas tut. Ein neuer Wind weht durchs Leben, die Arbeit macht mich wieder froh. Nehmen und geben, jetzt freut mich alles wieder so. Николай Михайлович, батюшка, неужто не признали? Извините. Так карась я, ваш карась, ай, забыли? А карась, Ваня? Ну, физию-то мою еще в германскую скривила, газом я тадысь отравился. В госпиталь меня специальный определили. А, да-да. Поди признать-то меня теперь. Трудно. А меня? Ирину Сергеевну похоронили. Уже 2 года как. Царствие ей небесное. Крестная моя голубушка. Да-да. Она тебя крестила? А я-то не как барышня Ксении Николаевны, дочка. Да. Внучка моя Елизавета. На крестную, на бабушку, на свою покойницу похожа. Ну, что ж мы стоим? Заходи. Заходи, заходи. Садись обедать. Вот только извини, Иван, поднести тебе нечего. Водки в доме не держим. Так, ежели ты разрешишь, Николай Михайлович, у меня есть. Выпьем за упокой души-то, Ирина Сергеевна. Ха! Если душа просит, выпей. Я-то совсем не пью. Господи, что это? Денатурат. Нет-нет, ты подожди, боже мой. Люка, дай рюмку. Да ничего, ничего, Николай Михайлович, я так. Царствие небесное, светлая душа, Ирина Сергеевна. Не пугайтесь. Это дождик меня сюда загнал, это к вам не имеет отношения. Но раз уж так получилось, я хотел бы сказать вам пару слов. Да, конечно. Я только лимонаду дочке налью. Сиди и помалкивай. Вы не бойтесь. У вас все должно быть хорошо.
Я сделал все, что мог. Ну, конечно, я не все могу. Очевидно, я вас больше не увижу. Хорошо вот, что дождь пошел, что я встретил вас тут случайно. Ну, во всяком случае, я желаю вам счастья. Мне счастье? Какое же у меня может быть счастье? Ну, как же. Вы молодая, красивая. У вас еще все может быть. Прощайте. Ну вот, дождик прошел, можно было бы идти. Да времени до нашего выступления мало. Что-нибудь случилось? Нет. Ничего особенного. Я только Вусю домой отведу и сразу обратно. Скрипку брать не буду, а то вдруг опять дождь пойдет. Давно ли ты из наших мест? Давненько. Я теперь с умой хожу, Николай Михайлович. Что так? Так в 30-м-то годе голод у нас разразился. Ребятишки-то померли мои, старуха тоже. Избу я свою заколотил и пошел, куда глаза глядят. Семен-то Абрамович, помнишь, врач наш земский? Так звал сторожем в больнице остаться. Сам уехал. В Минске он. Пишет мне иногда. Когда Ирина Сергеевна умерла, он на похороны приезжал. Хороший человек. Побольше бы таких евреев и русским бы лучше жилось. Да, это так. А что, Иван? Не тоскуешь ты по крестьянской работе? Земля тебя не тянет? Снится мне земля, Николай Михайлович. Во сне я часто вижу. Легкая, пушистая такая, что в руке ее приятно подержать, понюхать. Думаю себе, готова ты, матушка, чтобы семена принять, и добрые дашь всходы. И так хорошо. А проснешься мутата одна. Земля всегда земля. Можешь вернуться к ней, если тянь. Помнишь, какая она в наших местах? Чистое богатство. Чернозем. Да. Так это как сказать? Был чернозем. Еще несколько годков продержался после вас. А теперь закаменелые комки, бурой пылью пересыпанные. Или беда. Такая, будто ее сеяли, а не жито. А помнишь, какие у нас пашни были? Так как же?
Черные. После вспашки бараны и грачей не различишь. А вы на коню верхом проскачете, они фрррр от копыт отлетают. Эх, Николай Михайлович, забыли это все. Ничейная она и бесхозная. Вот и идет все прахом. Да, да. Да, Иван. Не буду душой кривить, тяжело было узнать о разгроме. И не того было жаль, что это уже все не наше, Бог с ним. Думалось, проживем и без этого. Но почему надо было все развеять, разорить? Ведь веками налаживалось. И могло бы еще послужить людям. Зачем надо было дом сжечь? В нем же школу можно было поместить или больницу. А хозяйственные постройки, скотные сараи, зачем надо было жечь? Так это давно известно. Грабеж огнем прикрывать надо. Огонь, он все чисто следы подлежит. Да только не всем. Как раскулачивать-то стали, глядь, у Анисимок со двора сеялку вашу везут. У Клима Самохина косилку, у Селивановых сепаратор, много чего было вашего, что у раскулаченных-то свезли в кучу. Ну, а сами-то они где теперь, что о них слышно? Сгинули они, Николай Михайлович. На север их загнали, болот, в тундру мало кто уцелел. Сыпняк, чахотка. Ребятишки-то, почитай, все в дороге померли, когда их по этапу гнали. Одежонку-то у них отняли, в лаптях шли ветром подбитые. Люка, поухаживай за нами, поставь чайник. Прибери грязную посуду. Да. Страшно. Уж как страшно-то. Еще когда ваш дом горел, и книги жгли, обгорелые листки, как галки, над парком летали. Сердце у меня зашлось, но, думаю, то-то еще будет. Потом уж, как всех раскулачили, церкву нашу разорили. Отец Тихон с псаломщиком. Никич, хроменький такой, помнишь, Никич? Помню, Иван, я все помню. Хроменький такой, да. Так вот они и на звонницу поднялись. Спасибо, деточка. И давай звонить. Отнеси на кухню. Думали, кто на помощь придет. А деревня как чисто вымерла вся. Кто по этапу на раскулачку ушел, а кто за шкуру за свою боится. Ну, а шабашники, дурачье всяко, кто уж душу свою пропил и совесть потерял, тот на погром пошел. Отец Тихон звонит, а эти телеги к паперти подкатили и валили на них. Утварь церковную. Иконы из стен выламывали. Они с Колосова дурочка накрик анафему вопила. Да комсомольцы схватили ее, рот паклей заткнули. Чуть не окочурилась, водой потом отливали. Моя изба у самой околицы. Так ты ж знаешь, ты ж мне тесом помог, как я с германской-то по ранению пришел и строился. Я помню, Иван, помню твой дом. Так вот я в сенной сарай схоронился. А звон это да треск, да крик по сю пору в ушах стоит. Помирать буду, не забуду. Это уж потом, когда детишки мои пухли от голоду и мерли. Сердце мне стукнуло. Это за то мне, что в сене отсиделся богатступник. Не пошел Христа спасать, отца Тихона одного оставил. А могилы наши? Да, тогда и за могилы взялись, перетряхнули. Золото искали. Нашли? Не сказывал никто.
А рыба еще есть в пруду? Так и пруда-то нет. Как? Так еще в 17-м после пожара спустили. Тогда плотину открыл кто-то, вода ушла. Боже, что с моей страной? Не пристало тебе, Иван, с умой ходить. Надо вернуться к своей земле. Без таких, как ты, пахарей, она пропадет. Пропадет? Нет, Николай Михайлович. Спаси тебя Христос на добром слове. Моя судьба с умой ходить. Измаяла меня тоска, всю душу изгладала. Ничегошеньки я теперь не хочу. Да и не могу ничего, руки опустились. Как я к тебе пришел, так и уйду. И поминай, как звали. Спасибо тебе за приют, за хлеб, за соль, за чай. За слово доброе. Может, заночуешь? Так нет, мне же на баржу на ночь обещали взять. По оке пойдем. Теперь, слава богу, еще тепло, нигде не сгинешь. Ну? Так что... Как знаешь. Пошел я. Счастливо оставаться. Благодарствуйте. Храни вас Христос. Николай Михайлович! Иван, что ты? Прости, прости ты меня, окаянного. И петух не прокричал, как я уж трижды отрекся от тебя, как Петр в страшную ночь от Господа нашего Иисуса Христа. И видит Бог, ничего, кроме добра от тебя, от семьи вашей, не видел. И спасибо тебе за добро, за твое. Да Бог с тобой. Оставайся со мной или ступай. Ну, как знаешь. Нет уж. Пойду. Мне дорога вышла. Господь сказал ученикам своим. Кто имеет мешок, возьми его, так же и сумму. А у кого нет, продай одежу и купи меч. Прощай, Николай Михайлович. Прощай, Иван. Киса, а где же твоя скрипка? На работе, папа. Я только Вусю привела и обратно. Папочка, значит, пусть попьют молока, поиграют и сразу спать. Хорошо, хорошо. И на улицу их не пускай, ладно? Я понял. Ты возьми зонтик. Дочь, кажется, зарядил. Проходите, проходите, там разденетесь. И не задерживайся. Ну все, я побежала. Счастливо. И я там был, мед, пиво пил, по усам текло, а в рот не попало. Дедушка, ну расскажи еще что-нибудь. Поздно уже. Ну расскажи, дедушка, ну пожалуйста. Поздно, поздно. Когда вот так идет дождь и стучит по подоконнику, я вспоминаю, как в детстве мы пели песенку. Капля дождевая говорит другим, что мы здесь в окошко громко так стучим. Отвечают капли, здесь бедняк живет,
мы ему приносим весь, что хлеб растет. Дедушка, хлеб растет? Конечно, растет. Растет, но теперь его уже убрали. Обмолотили, просушили и в закрома засыпали. Сейчас пора пашню готовить подозимое. А впрочем, я не знаю. Не знаю. Ложитесь. Завтра поговорим. Завтра поговорим. Вот так. Укройся. Хорошо. Спите. Спите, мои милые. Под дождь так хорошо спится. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Что ты пишешь, Феденька? Пустяки. Киса просила меня написать о нашей с тобой жизни. Она считает, что девочкам это будет нужно. И что в дальнейшем деле это понадобится и их детям. Да, Феденька. Наверное, киса права. Вот я и пишу. И вспоминаю. И думаю. Думаю. И что же тебе думается, Федик? Ах, душа моя. Иной раз признаюсь, так горько. К чему вдалбливали в головы людей, ничего не знающих, не помнящих? Что мы попросту захребетники какие-то, паразиты? Разве в нашей с тобой жизни была праздность? Мы-то с тобой знаем, откуда и каким трудом брался тот хлеб, которым была так богата Россия. Прежде чем разорить наши земли, надо было бы подумать об этом. Земля не может быть ничьей. А чтобы оправдать искусственно созданный голод,
им понадобилось оклеветать целые сословия людей. Натравить крестьян на помещиков, а потом уничтожить крестьян. Что же теперь на нашей земле? Разорение, голод, злоба. Ты прав, любовь моя. Но прежде всего злоба. Она родилась не на пустом месте. У меня есть одно стыдное воспоминание. Я помню, нас с детьми возили в карете в церковь к обедне. Нам давали мелкие деньги и дешевые конфеты в обертках. Проезжая через деревню, мы кидали их крестьянским детям. Они бросались чуть не под колеса нашей кареты и собирали их из пыли, из грязи, из снега. Эти брошенные нами пятаки и конфеты, как ядовитые семена, дали страшные всходы. Как хорошо с тобой. Я все вспоминаю и переживаю нашу жизнь. Мне кажется, что ты всегда со мной. Есть даже сладость в сознании, что утешения нет. Что я не смогу смириться с твоей кончиной никогда. Что даже смерть не смогла нас разлучить. А когда любовь сильнее смерти, то и умирать не страшно. А умирать не страшно. Не трезвоньте, сейчас открою. Тише, тише. Дети спят, разбудите. Сейчас. Кто там? Открывайте, открывайте. Ордер на арест. Ну что они там возятся? Коля, открой, это я. Ну ты что, не узнал, что ли? Ты же мне сегодня раков варил, помнишь? Да у нас уже закрыто. Ну, может, раки остались, можно и холодные. Заходите. Садитесь. Сейчас скатерть принесу. Не надо скатерть, сойдет. Ну зачем же? Плащ снимите, он у вас промок совсем. Да. Дождик зарядил. Это надолго. Пузыри на лужах. Сколько раков вы желаете? Десятка пива. Будет сделано.
Только вы недолго, а то повар торопится и кассир. Домой спешат. Хорошо, я быстро. Ксенечка, осторожнее, вы, наверное, совсем промочили башмаки и будете чихать. Впрочем, вы и так на меня чихаете, но тихо, благовоспитанно. А после этого дождя будете чихать, явно. Просто обчихаете меня при всех. Ну что же делать, милый Шурик? Тайное всегда становится явным, и этому не стоит удивляться. Я всегда знал, что у вас вместо сердца не лед, а кусочек сахара. Сахар тает еще быстрее. Сердечко сжимается, превращается в ничто. Вы поэт? Я идиот. Не надо торопиться. Отец наверняка не спит, ждет меня. Но вы не обижайтесь. У меня действительно сахарное сердце. Но это большая сахарная голова в синей обертке. И она не скоро растает. Спокойной ночи. Кто это? Приглашение на бал тамбовского дворянства. Киса, папа, ты ради бога не волнуйся. Я уверен, что произошло недоразумение, хотя у них ордер на мой арест. Но это же абсурд!
Вы разве не видите, что перед вами старый больной человек? Могу я положить скрипку на место? Положите, только сначала откройте футляр. Пожалуйста. Разрешите закурить? Вы пришли в мой дом ночью. Вы роетесь в письмах моей покойной жены, и вы еще спрашиваете разрешение закурить? Но вы же знаете, что он ни в чем не виноват. У него больное сердце, я его не могу никуда отпустить. Да я его просто не отпущу никуда. Да и вы поедете вместе с ним. Ордер на ваш арест подписан сегодня утром. Просто один человек хотел нас запутать, а запутался сам. А дети? Дети? О детях можете не беспокоиться. У нас страна счастливого детства. Дедуля, мамочка. Что ты, Люка? Пить хочется. Как хорошо, что ты пришла. У тебя на могиле выросли астры. Я их полила. Я знаю.
Скажите, две девочки Никитины, где живут? А он под навесом здесь, ступеньки. Он там? Ага. Вам. Но прежде чем спрашивать, нужно поздороваться. Здравствуйте. А ты чего не здороваешься? Ты что, злюка? Нет, я не злюка, здравствуйте. А в дом не пускаешь? Проходите. Угу. Ну вот, девочки, я пришел за вами. Собирайте свои вещи. Ты старшая? Да. Возьми для себя и сестренки, ну, что-нибудь теплое. Валенки там, пальтишки, белишки. Давайте. Вот что, девочка, скатерть лучше не надо. Не надо. Так. Возьми вот простыню с кровати. Вот. А зачем вам скатерть? Для вас всегда цветет рассвет для ваших светлых глаз, ребята. Нет, это не надо. Тяжело будет. Вы, девочки, хорошие, не пропадете. Тем более там таких, как вы, много. Вам там весело будет, не пропадете. Ну, пошли. Умницы, пошли.
освободите, девочки. Так. Пошли, касаточки. Спешить надо. Времени нет. Так, пошли, девочки. За мной. Не отставай.